Ребята, на самом деле конкурс шел час. Мы этих сколько эти мешки тащили? Да. Очень долго и упорно. Да, очень долго. Это вообще, ну то есть это то, что и показывают, вам ничего не показывают. Да. Но... Чуть, да, совсем немного. А было настоящее мясо. Илюха, просто огонь, просто огонь. А да все огонь, там это просто... каждый сорвался, и это начинать сначала. Да. Юляс. Да! А что это, Гоголь? Алоха! Алоха, воистину алоха! Алоха! Конечно! У нас грузинский остров сегодня. Yeah. Да. Это за монтаж там пилит. Что Антон там? Антон Сергеевич Кориславский. Что, монтаж как тебе? Антон Сергеевич, сейчас вам Илюхе дам трубку. Монтаж очень динамичный. Чересчур очень много рекламы, Антон Сергеевич. Ребят, ну чего, на самом деле, вот вам показали, ну, конечно, все 2.5 часа, которые шел конкурс, вам не показали бы никак. Вот, но что это было, ребят, катушки? Это 2.5 часа было, ребята, и этот парень, он вообще... Да не об этом. Что ситуацию? Это было, Юля, для тебя? Жесть. Да, катушки, солнце. Это была жесть. Мы падали несколько раз, этого, к сожалению, видно не было сегодня, и возвращались, и начинали, и просто когда Илюха уже говорил, давай сам делай свой конкурс, это было не просто так, ребята, то есть на самом деле ключевой момент был в чем, что мы уже дошли до конца, девчонки докатились на этих катушках, то есть мы прошли, и нам в конце, в самом, когда мы уже прошли, говорят, вы коснулись мешками, а это прошел час на катушках, мы что? Как бы, на самом деле, обратите внимание, мы не договаривались быть сегодня в тельняшках, у нас сегодня морские пираты, да, здесь все. В общем, Антон Сергеевич, все равно мы вас любим, все равно кайфанули. Да, Антон Сергеевич, привет. Антон Сергеевич в сети у нас. Да, всем да. Привет. Ребята, всем привет, обнимаем всем спасибо, вас, кто болеет за актеров. Главное, остаться человеком. Да. Вот, no pasaran. Они не пройдут. Воу! Это причем, который Тёма стругал. Конечно, это Тёмина кружка. Артему привет передадим. Тёмочка, дорогой мой, извини, что отжала у тебя все чашки, все равно тебя очень люблю. Я заплачу сейчас. Сучков. Кружечка. Артемыч, твоя кружка всегда стоит здесь и ждет тебя, если что. Это вот. Да, ты мэн. С большими кокосовыми. Крючка. Это такая говномешалка. Вот просто на секундочку представь, что этот пирог сейчас, яблочный, который свояла Анфиска, лежит у нас на острове. Как мы пили из этого говна, ребят? С удовольствием пили. И уху ели оттуда. Ели уху и пили там чай. Грязный бидон деревянный. Блядь, компот. Это моя кружка. Такая нежная девушка и поет блатную песню. Зоны летят над нашей зоной. Такая романтическая героиня. Зоной.